Смотрите лайфхак, как плыть успешно, не гребя. И знаете, что его даже кормить не обязательно. А что, мы ловить на хлеб будем? Да. Круто. Сейчас Володя сделает адскую смесь. Обратите внимание, Владимир с каким лицом это все делает. Не, и в надежде, сейчас, что это сработает. Дедовские крючки, каленые, совдеповские. Так, ну давайте, первый заброс. Во-во-во, давай. Ах, красота-то какая! Так. Стой, куда ты пошел? Давайте попробуем с вами на червя. Ушел, ребятки, поплавок. Есть карасик, ребятки. Вот Андрей, поклевка на спиннинг он ловит. О, по-моему, опять поклевочка. О, у тебя крупный, ничего себе. Давай, греби. Видите, ребят, я плыву ногами вперед. Сейчас мы выйдем на берег, а ими морды не бьют. Ребятки, всем привет. Сегодня мы находимся в Челябинской области. И вы наблюдаете, как два товарища тащут лодку. Моя уже вон там, как вы видели. Мы ее притащили. И сегодня будет прекрасная, я надеюсь, рыбалка на поплавок. И ловить мы сегодня будем карася. Так что смотрите, я думаю, будет очень интересно. Вот Володина новая лодочка. Вот Андрей сегодня с нами. Привет всем. Ну и Володя, соответственно. Я помахать не могу. Ну теперь помаши. Привет всем. И вот смотрите, какая красота, ребятки. Это вам не шутки, это целое море. И сейчас мы поплывем с вами вон туда приблизительно. И будем ловить карася на поплавочной удочке. Смотрите лайфхак, как плыть успешно, не гребя. Берете с собой Андрея, Володю с лодкой. А можете потом не запариваться, спокойненько цепляетесь к ним. И Андрей вас будет катать по всему озеру. За отдельную плату. Мне такая схема нравится. Бензиновый мотор. Да, да, безбензиновый мотор. И знаете, что его даже кормить не обязательно. Сейчас ребята промеряют дно. Пока что обнаружили, что глубина здесь 1 метр. Это маловато. Берем хлеб и замачиваем. А что, мы ловить на хлеб будем? Да. Круто. Но это не все. У нас еще есть с собой червь. И у меня есть опара. Все, сейчас он мякнет. Вот мы говорим для тех, кто может первый раз или кто не знает. Сейчас Володя сделает адскую смесь из хлебобулочных изделий. Короче, вот такая вот каша должна получиться. Чтоб в дне, в еле не тонуло. Из этого следует, что дно здесь илистое. Я так понимаю. Да. Обратите внимание, Владимир с каким лицом это все делает. Видно, что с любовью. Нет, и в надежде, сейчас, что это сработает. Я не знаю, но вроде говорят, на хлеб здесь хорошо клюет. Наживка готова. Круто. Супер вообще. Главное, чтобы комочков не было больших, чтобы все тонуло. Все, готово. Раз, два, три. Еще один ингредиент мы добавим в эту же кашу-малашку. Немного прикормки и аромы. Совсем чуть-чуть, чтобы забрать влагу и придать аромату. Хватит. Всего этого достаточно. И добавим хоть немножко аромы. Все, наверное. Все хорошо.
Целая кухня, вот так вот, ребята. Я думал на хлеб, а однако нет. Еще будем что-то добавлять. Это на пробу. Аромат обалденный. Дедовские крючки. Каленые, совдеповские. Которым цена... Здесь 3 копейки, что ли? Попросил я Володю насадить мне хлеб на крючок, так как я особо с хлебом не очень-то знаком. Ну, в детстве знаком, но сейчас уже не помню. А, вот он как сделал. Ага, понятно. Ну да, где-то метр. Так, ну давайте, метр первый заброс. Во, как поплавок хорошо видно. Так, ну единственное, я дно, конечно, не выставил. У меня плывет. Сейчас будем выставлять глубину. Ой, а что-то уже клюет, что ли? Не понял. А, нет, скорее всего, крючок уже зацепился за что-то. Итак, ребята, удочки заброшены. Вот мой поплавок. Сейчас Володин найду. Вот Володин. А Андрей там что-то пока копошится. Ну, пока поклевок нету. Как видите, мы недалеко от берега. Вон там вон кустики есть, камышовые даже растут. Посреди, так сказать, водоема. Ну, будем пытаться что-то ловить. Пока не клюет. Ну, прошло минут 10-15. Смотрите, смотрите, что творится. Ой, тут, сейчас запутаю. Ребята, я, кажется, поймал первую рыбину. Сейчас. Смотрите, как он гуляет. Так, а я так сижу, что... Сейчас я попаду. Что делать-то? Так, опа. Камера упала. Ну ладно, ничего страшного. Все, заводим. О, хороший. Обычные мои слова. Хороший. Ребятки, смотрите. Огонь, я поймал карася. Ну что, я доволен? Так, теперь надо его как-то... О, класс. Все как ощущение. Смотрите, какой красавец. Огромный просто. Я доволен. Класс. Смотрите, какой жердос. А, вот оно счастье. Смотрите, какой красивый. Так, стоять. А говорят, с первого заброса плохо рыбу ловить. А это не первый был заброс. Все, ребятки, кладем первого карасика в садочек. Иди, родной. О! Вон, ребятки, только что была поклевка, но я не уверен. Потому что тут постоянно поплавало. То присядет, то встанет. Цепляется, видать, за дно, за что-то. Ну, может быть, за травку. Хотя травки не было. Ну, нет, нету ничего. Оба, только забросил, смотрите-ка. Зацепил, Володь? Нет. Видали, ребятки, только забросил. И причем стоял поплавок Володин прям рядом. Ух ты, никуда себе, куда ты пошел-то? Слушай, он, по-моему, крупный. Да куда ты? О, да, ребятки, смотрите. Хороший карась. Вот это уже, да, размерчик. Фух, класс вообще. Там все 300 грамм. Да. Смотрите-ка, красавец просто, золото. За самый краешек взял, смотрите, за самый прям. Вот это жердяй. Ну, не за самый, но... Ух, огонь вообще. Сейчас как упущу его. О, смотрите, какой карасевич. Жирный, хороший. Ух, красавчик. Смотрите, ребятки, вот такой крючок у меня. Ну, размер я, к сожалению, не помню, но такой приличненький. Три опарыша. Давайте менять ничего не буду, закидываем дальше.
что самое интересное, кидаем практически в одно место, но почему-то у меня клюет, а у Володи нет. Я близко с ним кидаю, Андрей он чуть дальше кидает. Ну как клюет? Третья поклевка. Два карася. О, по-моему, опять поклевочка. Я не уверен, но похоже. Да-да-да-да-да, это поклевка, ребята. Нет, не поклевка. Вот Андрея поклевка на спиннинг он ловит. Ну, на поплавок, только на спиннинг. О, хороший. Вот подсак-то мой где пригодился. Опа. О, с почином вас. Спасибо. Круто. Ура, я обрыгался. Секунду. Ага. Класс. Я вот думал, поводок, наверное, надо сделать сюда. У меня тут лес какая-то толстая. А почему она у меня толстая? Падла. Еще и узел завязан. Только опустил на дно грузило. Так у меня все время поплавок ездил. А так опустил и сразу по... Ох, я его багранул. Ну ладно. Ай, значит, карась на точке есть. Где-то мы полчаса просидели, вообще ни у кого. Нет, он в рот взял, это просто он пол... А, он запутался. Нет, в рот взял, да. Все по-честному. Но это поменьше. Все. Выяснили, как его надо ловить. Но это малыш. Ну как малыш, нормальный. Вот и у Володи сразу поклевка. Может, подошел карасик? О, у тебя крупный, ничего себе, это самый крупный. Ух ты, какой жердяй. Вот это жердяй. Да. Еще причем. Вообще чуть-чуть. Вот его карась. И вот мой карась. Вот, смотрите, какая разница. Да, красавцы. На, забирай своего карася. Бля! Отцепляй его сам, бля. Он что-то тут... Только не попробуй не оторвать. Иди сюда. Ну, вот это более-менее уже. Ну, маленький, конечно. Теперь мы же ориентируемся на Володиного огромного. Чего смеешься? На, снимай. Смотрите, какого они цвета, прям золото с серебром. Ну, выводы два. Либо карась подошел, либо он хочет клевать со дна. Сейчас прям выложил поплавок. Я, к сожалению, не успел камеру включить. Во-во-во. Давай. Ах, красота-то какая! И, ух ты, ничего себе, там что-то огромное. Ничего, удочка загнулась. Да. Я смотри, опять. Как-то странно он его берет. Гнется, видите, как удочка моя. Так. Стой. Куда ты пошел? Да куда ты? Да, на 5-метровую удочку трудно с ним совладать, ребятки. Вон, смотрите, как согнулось мое удилище. Ох, как же это приятно. Все, сдался. Сдался. О, хороший карась. Хороший. Ребятки. У Володи быстрее получается его отцеплять. О, все, круто.
Ну, вот таким способом будем ловить. Смотрите-ка, опарыш целый, опять его заброшу. Еще экономию на опарыше. Еще и опарыш весь целый. Будем экономить на опарыше. Этого же забросим. Володя? Да ладно, ладно, да что ты? Да я пошутил, господи. Я бросил в другое место. Оп. Вот я подлец, да? Да, завораживающая картина. Вот так вот, ребятки. Это за последнее время самая удачная рыбалка на поплавочную удочку, на поплавок, на карася. Спасибо, дядя. Володя, спасибо за прекрасный водоем и сегодняшний день. Есть. Маленький. А, зацепились. Ну, маленький. А, малыш. Малыш, малыш, вообще малыш. Уже так приятно вообще. Ну, как окунь. Вот ты падла. Вообще прикольно. У Володи зацеп. Андрей он тянет. Хороший. Хорошенький, да. Да, нормальный. Иди сюда, красавец. О, все обсерился сразу. Все, походу, оторвал. Оторвал? Ну ладно, поплавал хоть на месте. Блин, наполовину грузил, оторвал. Вот, ребятки, приходится чем заниматься, качать. О, ничего себе, вот теперь пошло. Качать приходится лодку. Подсдулся я, ребятки, подсдулся. Так, где мой поводок? Кто ответит, блин? Кто ответит мне за поводок? Где-то там. Да. Это как это все претензии к карасю. Ух ты, есть карасик, ребятки. Фига, он свечку дает. Жирный. Ушел, ребятки, поплавок. И это зацеп. Щет. Что интересно, ребятки, клюет вот лучше всего на трех белых опарышах. И вешаешь красного, если даже одного к белым, то ни хрена не клюет. Вот такая вот особенность. А говорят, что у нас рабство запрещено. Давай, греби! Сейчас мы выйдем на берег, а ими морду набьет. Вот, вот слушай, вот так вот бы с ночевой остаться, да? И мать вот тут. Что бы наснимали, блядь? Мы бы уже за Никитосом, сзади бы просто бы вплавь бы ходили бы. Видите, ребят, я плыву ногами вперед. Вообще прикольно, она легко идет. Вот, вот и греби быстрее. Я говорю, я потому что вот по такой волне я на веслах, я когда греб, я это, она упиралась. В общем, ребята, рассказываю смысл происходящего. Поймали мы сколько? Ну, караси 15, наверное, да? Покажи. Ну, у меня 2. О, смотрите. Еще Андрей там в садке парочку. Ну да, караси 15, мы их не считали. И что-то клев затих. Время сейчас у нас 11:47 дня. Вон там рыбаки сидят в камышах. Сейчас мы немножечко отдохнем на берегу, разомнемся и поплывем в какой-нибудь, ну, на этом же водоеме, но в другое место и продолжим ловлю. Так что сейчас рыбалка у нас на поплавки продолжится. Все, ребятки, мы покушали, отдохнули и снова выплыли. Сейчас вешаем трех опарышей. Система не изменилась. На трех опарышей лучше всего клюет. Причем белых. И забрасываем снасть. Вон у ребят уже поплавочки в воде. Я, как всегда, самый последний. Вот с таким шлепком я закидываю свою снасть. Здесь немного поглубже. Ну, метра полтора. Может быть, около двух. Вон там мы сидели. Где-то примерно. Сейчас вон там соседи сидят. Мы хотели тоже туда, но там уже заняли место. Попробуем здесь. Закормили хлебом. Сидим, ждем. Есть, ребятки. Вот она, первая рыбка.
Что ты там говорил, кто первый карася поймает? Я только сказал, кто первый карася поймает. Потом такой паузу подумал. Ох ты, куда? Володь, примешь? А то я сижу не очень удобно. Да вон под саком. Ох, слушайте, ну здоровенький. Ну-ка, покашка. Да, хороший. Просек насквозь. Ага. Спасибо. Ага, да ничего страшного. Ты мне палец проткнул, да ничего страшного. Одеваю я обыкновенненько. Никаких премудростей, никаких чулков. Просто по-нашему, по-простому. Ну и, конечно же, мощный заброс. Дабы распугать рыбу соседям. Ну и себе заодно. Я вот, ребятушки, как видите, какие только позы тут не принимаю, так как задница у меня уже устала сидеть в этой лодке, и ноги устали. Перегородки я никакие не ставил, вот как видите, на лодке. Так что принимаю различные позы, а надо мной приятели мои ржут. Ну и ладно. Ребятки, что-то не клюет на опарыша, давайте попробуем с вами на червя. Может быть, так заклюет. Я уже тут три позы сменил, а он все не клюет, собака. О, красавчик. Давайте попробуем на червя. Не надо меня снимать, я разрешения на съемку не давал. Рыбак спит, рыбка клюет. Короче, ребята, время сейчас 14:48, рыба ни хрена не клюет. Поймал я одного карася, вот сидим сколько уже, ну час точно сидим, а то и больше. Больше поклевок нету. Вот такие вот дела. Жара, солнце, ветра практически нет. И рыба не клюет. Ребята, я видел разные забросы. Они по-разному исполняются и по-разному называются. Но вот такого заброса я еще не видел. Сейчас покажу. Называется лежачий заброс. Все. Ну все, ребятки, время 15:48. Если честно, мы все изжарились. Жара просто, ну, неимоверно. Очень жарко, 30 с лишним. Карась больше так и не клюнул. Вот одна поклевка на новом месте была у меня. Одного карася я вытащил, и одного карася вытащил. А, нет, не вытащил. Была поклевка у Володи. И на этом все. В общем, рыбалка состоялась. Карасей наловили. Улов вы сейчас видите на своем экране, карасики отличные. Я думаю, не последний раз мы сюда приехали, еще обязательно сюда вернемся. Сейчас Андрей нас доставит до берега. Мы с вами надолго не прощаемся, скоро увидимся. Всем пока!